Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Вот одно из решений, как кормить дешево цыплят. Не вот этой сухой смесью, которая продается дорого, допустим, а такой вот комбикорм давать, как я. Но чтобы самым маленьким она не вредила. Дело в том, что крупа, если это не мука, муку плохо едят. А если это крупа, то она царапает кишечник вплоть до крови. Крови тогда. Были случаи, и не только у меня, у многих. Здесь у меня комбикорм основной запарен вместе с картофельная шелуха проварена, растолчена мелко, добавлено немножко хлеба, можно не добавлять хлеба. Вот. И добавлен комбикорм основной, чтобы была вот такая вот пастообразная смесь. Курица, вот эта курица питалась 21 день только этой смесью, даже воду не пила. И чувствовала себя вполне хорошо. Вот там кто-то на кого-то наступил. Непонятно, наверное, кочка наступила на кого-то из цыплят. Желательно дать какое-то время, чтобы оно распарилось. А это у меня та кочка. Будущая мама. Скоро ждем выводок. Сегодня у нас 22 мая. Вот, и покажу еще тех цыплят, которые поболее будут. Плохо видно через сетку. Ладно, сейчас подымем, посмотрим так. Они только что ели с этой посудины. Такая невысокая посудина, удобная, но она у меня одна, рассчитана только на один выводок. Вот этим уже 2 месяца. Да. Так что перемешивайте ваш самодельный комбикорм, или если вы не умеете, не хотите делать каким-то образом, делайте тогда, берите крупу, как хотите, мешайте. Комбикорм основной, я ссылку дам под видео этим, как делать. Там у меня 2 способа. Один показан быстро, в течение 4 минут, а другой полный цикл, как все делается, чтобы, если вдруг непонятно, я поставлю быстрый. Вот этот с полоской на голове крупней стал. И тот черный, который самый такой вот маленький был, тоже покрупнел. Я даю не часто такое, но уже можно давать им уже больше недели. До недели я стараюсь таким вообще не кормить, а давать только профессиональный комбикорм. Там он, кормушка у меня стоит. Так что сейчас и их тоже покажу. Сначала покажу, как я перекинул. Значит, здесь у меня вот видно картофельные очистки или шелуха картофельная. Не растолклась толкушкой такой вот толкачик с дырочками металлический. Так, это я сейчас уберу и покажу ближе цыплят. Сейчас покажу. Так. Вот так вот. Уже образовываются хвостики, видно, у некоторых начали появляться. Белые у меня традиционно крупнее, чем
чем пеги и более темные. Но вот этот петух, который сейчас кричит таким вот голосом, как свинья, как кабан кричит, это на улице он сейчас. Это он все-таки был черный с полосками. Сейчас у меня без полосок черные такие. Один получается серый, как бы такой смесь, а другой почти черный был. Сейчас уже видно, на нем желтые попадаются на крыльях. Курица особо не нервничает. Сейчас они покушают и выйдут гулять. Кушать они будут только у себя в клетке, чтобы они не оставались снаружи. Вчера у них получилось зайти весьма удачно, самостоятельно, хотя я пытался их силой затащить. Но, в общем, курица сообразила, что надо зайти. Я создал условия, и все получилось, у нас все произошло. Так, а это вот наши более крупные пятеро смелых, как я их назвал, группу эту. Вот три с белым, черные с белым масть, один пегий и один рыжеватый. Вот этот пейкий тоже был с полосой на голове, черной. Но когда появился гребешок, полоса исчезла, растворилась. Арсений селезнёв зверобой, показал вам цыплят. Сейчас покажу щекочку, которая на очереди. Как говорится, в надежде, при надии. Ждём-с. Да. Смотрите обновления, подписывайтесь на канал. Пока.